идет переформат фитнес-индустрии. Если мы говорим про концепцию UFC Gym, то это 60 на 40. 60% это классический фитнес, 40% это все, что связано с единоборством. И все это через призму здорового долголетия. Не бойцовский клуб, не фитнес-клуб, а симбиоз. Хотите классический фитнес – пожалуйста. Хотите единоборство – пожалуйста. Боевые искусства дают вам уверенность в себе. Мы стараемся максимально разнообразить тренировочный процесс. Есть тренировки по стрейчу, есть тренировки по зумбе, есть тренировки по борьбе, есть тренировки ММА. Это касается равно как мужчин, так и девушек? Абсолютно. What's your fight? В чем твоя борьба? Когда начинаю тренироваться, вот здесь открывается вся красота их внутреннего мира. Вот это настоящее удовольствие. А что это за люди? Свои люди. Свои люди. 3 декабря в 22:00. Только на точке отрыва.